аккуратно. Чебуречная. Очень вкусные чебуреки здесь. Фонтан не работает. Андреевский. Привет, друзья! С вами я, Надежда, и мой канал «Сочи и путешествия с Надеждой». Продолжаем гулять по Адлеру. Находимся рядом с базарной площадью. Вокруг да около погуляем. Ну и заглянем в смешные цены. Посмотрим, до какой степени они смешные. Это небольшой крытый рыночек у базарной площади. Торговый дом. Что одно нижнее белье. Ты зачем сверху одеть? Шорты свои сними и одевай, как положено. Базарная площадь. Кишмиш по 150. Кишмиш вот, те по 100 рублей. А кишмиш 150, да? Да. Не надо, еще 60 рублей слива. Помидоры 80. Эстафета, девочки. Саня. Надо, давайте. Я вам 350. Да мне надо поручить. Я уже здесь. Пошли в смешные цены. Ну, пойдем. В смешные цены зайдем. Смешные цены. Тоже 1200 с капюшоном. Вот они и смешные цены. 350 рублей. Желтенько.
маленькая какая. 3000. Да, 3000. Точно смешные цены. Когда-то были, да, смешные цены. Что придешь, можно набрать чего угодно. А сейчас смешные цены стали самыми смешными. Посмотришь, и все, и назад. А ну-ка, костюмчик с брюками. Да, с брюками. Сколько он стоит? 600 рублей. Вот такой костюмчик. Вот футболочка. 1350. Одурить. Вот это цена. Смешная. А вот блузочка. 1500. Да. Джинсы. Так, 1495. А, нет, это не цена. Это не цена. Что здесь тоже нет? Вот, 1800. А здесь что? Это нет. Сейчас посмотрим. Нет, что-то половина цен нет. 1300. Еще 1300. 1200. Ой, ну вот так как-то. Детского много. Покрывало 1500. Ну ладно. 100 рублей трусишки на месячного ребеночка. 650 рублей. Так. Выходим. Они точно смешными стали цены. Которые даже и не сложить. Так, персики, нектарин, виноград, сладкий, сладкий виноград, акция, ликвидация. Они здесь так курят в лесах. Вот и закончилась наша сегодняшняя прогулка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вам здесь понравилось, чему удивлены и вообще, как вам Адлер?
Ведь многие, наверное, ездят сюда отдыхать. Ну а сейчас пока-пока. До встречи.